8 золотых, 11 серебряных и 13 бронзовых медалей. Таков итог выступления зареченских каратистов на первенстве Пензенской области. В соревнованиях принимали участие спортсмены от 8 до 13 лет. По признанию самих единоборцев, особых сложностей на турнире не возникло. Труднее всего было сражаться с товарищами по секции. В финале я встретился с нашим учеником, который тренируется у Андрея Андреевича. Я выходил на бой таким настроенным, я верил в себя, я знал то, что я его выиграю. Все-таки я его выиграл при его же ошибке. Спортсмены объясняют, товарищи по команде знают технику боя друг друга, основные удары и приемы, поэтому и сражаться с ними сложнее. Выступления на соревнованиях дают не только медали и призы, но и позволяют определить слабые места. Я не достаю двойку в корпус рукой. А что это такое? Выпад. Удар. Выпад. Зареченские каратисты показали лучший результат среди всех команд-участниц первенства Пензенской области. Победители в средней и старшей возрастных категориях получили право выступить на следующем этапе соревнований. Первые места однозначно попали в сборную первой Пензенской области и отправляются на следующей неделе в город Нижний Новгород для участия в первенстве федерального округа Приволжского. На первенство Приволжского федерального округа ребята отправятся совсем скоро, поэтому не пропускают ни одной тренировки и усиленно готовятся. Раз! Развернули. Вернулись в исходное положение. Два! Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный».